Всем привет! Ну что, мы продолжаем проходить в особняк Луизы, да. Продолжаем проходить. В общем, нам на прошлом стриме дали плюшки к пылесосу. То есть мы теперь можем и огнем швыряться, и льдом, и водой. Так что продолжаем ловить привидений, вот и все. А, поехали. Так, а вот жизни у меня маловато. Давай-ка мы сходим сначала в комнату к пацану, хотя бы там я помню, где у нас жизни находятся. Надо бы маленько отхилиться. Это вот здесь. Так, 60, ну уже лучше. Так, давай повспоминаем, короче, куда я хотел идти. Не то. Угу. Короче, нам нужен первый этаж. Пролет вот сюда. И потом вот сюда. Угу. А вот этой вот тетке нужно, значит, письмо, шапку, потом перчатку Марио, звезду и ботинок. Марио? Вот. Давай-ка мы зарядимся, наверное, пока я рядом. Макс, привет. Здорово, Макс. Пока я рядом, зарядимся. Зарядимся огнем. Оп. Пригодится. Там потом будем смотреть по мобам. Как чё. А нужно найти выход на третий этаж. Так, не сюда, не сюда. Ну тут прям типичный резидент. Максвелл, решил в трубочисто поиграть? Пропылесосим, так сказать, локации. Почему бы и нет? Забавная игрушка. Так сказать, новый игровой опыт. Ну, прикольные тут, правда, механики. В плане том, то что где еще тебе дадут попылесосить? Опа, тихо, гриб нам не нужен. Вот сюда, да. Мы сюда заходим. Потом у нас открывается еще локация. Все, примерно я припоминаю, короче, что к чему. Это ладно. Мы идем вот сюда. Здесь я вот эту комнату зачистил. Но тут еще у нас Бу где-то сидит. Сейчас мы его тут испылесосим. Нет, подожди, он где-то еще сидит. Я думал, он тут. Ну-ка. Кстати, Макс, что там, как на новогоднее настроение? Готов НГ встречать? Так, бугерагард какой-то. Маленько он покоцал меня. И свалил в другую комнату. Давай его тут поищем. Примерно он здесь должен быть. Но у меня ключа нету. Ну-ка, если назад. Он в этой комнате по-прежнему. Только как-то странно он в этой комнате находится. Он как будто бы одновременно здесь и не здесь. О, подожди, вот он. Где-то тут. Подстава. Все, его нету в этой комнате. Здорово, Вольфо. Тебя тоже с наступающим. Так, ну пойдем пока куда-нибудь, потом сюда вернемся. Он, по идее, должен где-то появиться. Голова раскалывается.
Как бы не заболел. Надеюсь, что нет. Особого новогоднего настроения нет. Суета утомляет. О, это точно. Новогодняя суета такое себе. Везде надо все успеть. Там, убраться, приготовить, еще что-то. Короче, будет весело, походу. Так, он мне подставу только кинул, и все. Где сердце? Так, иди уже со своим мячиком. Вот так. Он по-прежнему... Да, он где-то в столе. Ну-ну-ну-ну-ну. Сейчас же свалит. Все, он убежал. Вот падла. Что-то они убегают все. Может, тут он? Нет, он ушел. Я еще, кстати, не был в этой локации. Ну-ка, по карте. Ага. Ну, пойди. Какого-то чувака поймал заодно. Мы этого заловим, чё бы нет. Пригодится. Так, куда-то свалил маленький Бу. И его надо типа заловить, этот такой. В другой комнате. О. Пилки-то тоже не повредят. Ты, кстати, Макс, это как его... Врачу ты не обращался? Сейчас же там с этим все как-то странненько, но, в принципе, врача можно себе вызвать. Домой, а то мало ли что. С такими вещами нынче не шутят. Так. Что-то я бегаю как-то бесцельно по комнатам. Угу. Я понял, короче, куда... Ну давай, давай поисследуем, что у нас тут вообще в целом есть. Ну это все, это все мелочи. Издержки, так сказать, производства. Кстати, новый мобед. Они, короче, как бомбы действуют. Я понял. Ага. Баба моется. Походу. Какая-то. Максвелл, да просто простуда возможно. У нас ведь плюсовая была. Вчера снега сыпанула, завтра опять плюс 5. Плюс 5, ни хрена. У нас минус 10, что-то как-то вот стабильненько держится. Может, огнем ее попробую? Нет. Так быть-то с ним. Просто так не получится ее. Короче, если на нее огонь не действует, значит надо попробовать или воды туда еще добавить ей побольше. Лаской не бери. Может быть, ее попробовать заморозить? Максло, ее. Я постараюсь. Ну, прикольно тем, что тут на каждого призрака есть своя тактика, которую мы должны придерживаться. Так, это вот значит, у нас не катит. Просто посветить на нее тоже не получается. Даже резко. Не, не вариант. Давай попробуем ее, правда, под морозе. Блять, мыши сраные. Так, а тут у нас огоньки летают. Но не факт, что он пригодится. Давай попробуем подзаморозить его.
типа как обычно канай, ну такая фишка же может быть, то что против ледяного, водяного призрака, допустим, лед подействует. А че он не ловится? А, ну да. Надо на всас работать, а не на высос. Не орит. Так. Давай вернемся к этой байке. По идее, по оружию у меня все. Других вариантов быть не должно. Открываем занавесочку. Да, попробуем ее подзаморозить. Бля, ну вот она дамажит меня и все. Во! Очху какой-то. А. Прокатило, короче, со льдом. Ну и слава богу. Бля, я, по-моему, на этот, на гриб попался. Ну ничего, ничего. Главное, у нас есть какая-то тактика, мы ее будем придерживаться. А звук-то какой, да, ностальгический. Так, вот эту вот жемчужинку собрать. О, а то ее что-то как-то в текстуре выживало. Ладно, походу хрен с ним. Чуть-чуть пониже фонарь опустить. Вот так, пойдет. Ну-ка давай, иди-ка сюда, дамочка. Все, заморозит? Нормально. Ей хватит. Ну я думаю, либо с первого, либо со второго получится. Хотя нет, все, я ее поймал. Нормас. Какой-то ключ дару от какой-то комнаты. Как он истошно зовет своего брательника. А чё, тут надо обязательно так подойти, да? Эй! О, ключик. И откуда он? Угу, я даже, короче, не здесь нахожусь, по-моему. Ну-ка по карте. А. Ага. На первый этаж надо куда-то топать. Ну окей, окей. Угу. Еще один призрак. Ну давай мы, наверное. Логичнее будет отхилиться, короче. Да, бля. Мелкие гондоны. Логичнее будет отхилиться где-нибудь по дороге. Сходить в комнату, а потом уже за бабкой идти. Кстати, Буни появляется. Он куда-то слинял и походу окончательно. Ну окей, давай, давай, пойдем туда искать. Ну прям как в резике, короче, гоняют тебя из одной комнаты в другую. Так, тут Бу нету. Это же у нас не та комната. Слушай, да та. А, коридор надо с другой стороны как-то обходить. А, все, я понял. Я понял. Это надо отсюда выйти. Потом портануться. Ладно, с этими ребятами хрен бы с ним. Да-да-да. Это мы и так пролетаем. Отсюда выходим вот сюда, и получается, ты появляешься с другой стороны коридора. Да. Я не знаю, блин, жизни полтинник как бы. Это маловато. Меня еще могут, любой призрак может мне нахлобучить. Бильярдный. Давай-ка мы посмотрим сначала. Стой. Может в него шаром запустить. Вот так вот.
Что-то рядом. Он как бы урон какой-то получил. Но, видимо, это ему не очень зашло. Так. Ловим шар. Ну и давай еще раз долбанем в него. Бля, тут шарики. Шарики дамажат. Немного хилов. Давай. Может, его надо через зеркало? О, он, походу, сам себя поймал. Я причем в него вообще не стрелял. Тихо, главное... Главное не нарваться на гриб. Ну, нормально, сейчас мы его заловим. Я вот только думаю, подождать, может быть, просто он сам себя задамажит. Такие за хилами особо идти не надо будет. Как он в прошлый раз-то появился? Я что-то так и не увидел. Не попал. Не то. Либо он сам себя действительно должен долбануть. И потом появиться. Так. Все, ловим, ловим. Бля, ну чуть-чуть. Он был почти пойман. Я так понимаю, его кей тоже дамажит. Ну, в смысле. Он меня. Все, попался. Она ему. Так, и у нас тут еще Бу где-то тусуется. Давай, короче, мы сейчас сначала сундучок взорвем. Бабосы. Я думал, ключ какой дадут. Третий алмаз. Где-то у нас тут Бу. Вот здесь. Да, он тут. Точнее, где-то рядом опять. Значит, он в этой половине комнаты, по-любому. Тут нет. Тут тоже. Может, он в зеркале? В столе? Ну-ка, давай раскрутим. Обычно с таких штук бабосы выпадают. Вот и бабки. Не знаю, зачем мы тут усердно такую валюту собираем, но может быть пригодится. Хотя вряд ли. А блин, где же он? Нет, он явно не тут. В столе? Нет. Она где-то начинает в этой, вот в этой половине активно мигать, но его тут почему-то... А вот он. Гаденыш ныкался. Ну, Бу вот несложно ловить, когда они маленькие. Ну, в смысле, когда они не сваливают у тебя куда-то. А, да, сохраняюсь. Окей. Будь говорит, осторожно, вся фигня. Проекторная комната. Тут типа киношку можно зырить.
собираем. А то ж. Так, на эти призраки явно только на свет реагируют. Главное их удачно заловить. Готово. Есть еще? Еще есть. Опасная тема, когда много призраков в маленьком помещении, и они одновременно на тебя нападают. О. Было бы прикольно, сейчас бы двоих поймать. Так, еще один будет. Блин, почти. Еще будет. Теперь два одновременно. Так. Ну, они не сложные. А, мне один хотел. Он меня поймал. Так, там еще один ползет. Причем, походу, я еще предыдущего не заловил. Потом меня, наверное, и кошмарит. Нет, смотри-ка, это новенький. Приемлемо. Так, тут еще Бу у нас тусуется. Давай, взрываем также ящик. Перчатка Марио нашлась. Третий квестовый предмет. Еще два. Бу у нас либо тут, либо тут. Вот тут. Шамбу. Свалил. Тихо-тихо, во, нормас. Успел я его заловить прямо в дверном проеме. Да-да-да, репутация, туда-сюда. Так, ну тут по идее это все. Комната же это у нас не сквозная, правильно? Ну да. А ключика не дали никакого. Давай-ка мы у этого чувачка сохранимся. Так вариант, можно с этой бабенцей сходить потрещать, ей типа отдать квестовый этот предмет, и тогда, вернувшись, возможно, у меня что-то появится. Я хотя бы вспомнил, в какой части дома. Коридорчики похожи, особенно с картинками и так далее. Вот, теперь мы еще раз ей отдаем квестовый предмет. По идее, это должно сработать. Нет. А, может быть, зажечь свечи и тогда... Давай запалим. Если баба появится, мы ей этот квестовый предмет сдаем. Раз, два, три, четыре. Теперь эта тёлка должна появиться. Ни хрена. Видимо, что-то надо ей еще. Ну, пойдем тогда в другую часть, короче, коридора. Вот там, где комната Треф. Да-да-да. Боюсь-боюсь. Так, а здесь Бу вообще не появляется. Видимо, не сезон. Так, это у нас ход на еще этаж выше. Давай сюда сходим. А, закрыто. Давай выше.
Обратно мышь там. Тут прям часто, я смотрю, разрабы запихивают что-то в эти, как его, в люстры, в вентиляторы. Где-то здесь должна быть открытая комната, в которой я еще не был. Давай искать. Угу. Понимаю, не так часто, короче, они обновляются. Тихо, валим. Тут у нас все. Тогда пошли. Ну, вот здесь вот можно, кстати, посмотреть. Ага. Тут у нас еще призраки. Угу. Помог белый. Тихо. Воду затягивай. Так. Ну, раз огненный, значит, воду топить надо. Это в любом случае. Все? Все. Здесь Бу нету. И, кстати, этот плакатик написано «Монстры». Тут вампир. Этот, как его, ну, типа граф Дракула, оборотень и Франкенштейн. Давай попробуем что-нибудь стянуть. Может быть, где-то что-то заныкано. Ничего нету. Бабло. Ну, видимо, в этой игре бабки просто штука условная, как бы, есть и есть. Как бы, радуйтесь, что дали. Бабулька. У нас есть бабулька. Если она вяжет, ее по-любому надо каким-то этим долбануть клубком. А вот эти штуки шустрые. Тихо, давай, 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 давай. О. Кстати, по-моему, второй призрак такой синий. Они быстро появляются и быстро исчезают. Все, все собрал. Ну-ка. О, еще бабло. Ты смотри, как денег до хрена наваливает. Как будто есть что на них купить. Угу. Торки эти. Нет, не помогают. Ну давай с клубками сейчас поиграемся, вот это вот. По-моему, это... Бля, я забыл, как эта штука называется. Пряжу, короче, дело. Ну, нитки катать. Ага. Клубки не работают. Я их типа сдуть не могу. Может, просто на нее надо резко посветить? Ну так она хер появится, это понятно. Угу. Почему клубки нельзя сдуть? Ну-ка давай водой намочим. Тоже не вариант. Причем призрак этот будет появляться только в том случае, если ты, короче, к ней спиной стоишь. Давай посмотрим, может, она что-то делает. Мужик в прошлый, короче, в кресле, который качалки качался, он подтягивался, и тогда его можно было заловить. Бабка ничего не делает. Засым ей тут все это помещение. Может быть, попробовать поджечь эти клубки. У кого вылезает сучка?
не хотим. Зальем. Зальем бабку. Никак, что-то вообще. Ну да, попробуем огонь где-нибудь раздобыть. Угу. И вон там еще, короче, у нас две двери неоткрытых есть. Давай огонь поищем. Здесь вода. По-моему, где-то огонь вот здесь по коридору летал. Ясно. И то. А он трясется, потому что он сыкло. Блин, где багнята ближайшего раздобыть? Здесь везде, повсюду, короче, только воды можно набрать. Стой, я знаю. Здесь, по-моему, огонь ближайший. Да? Огонь же? По-моему, я тут брал. Нет. Ну, посмотрим уже заставочку. Огонь не здесь, короче, значит, надо выходить отсюда. И вообще не факт, что огонь сработает. А, тихо, тихо, тихо. Тут нет огня. Тем более. Ух. Может быть... Вот тут. Да. Бля, где огня-то взять? А, ну, все, я примерно туда и пришел. Ну, как в лучших традициях резика, ты, короче, носишься, ты дым-сюдым, взял какой-то предмет квестовый и начинаешь бегать по всему особняку искать, куда же это все дело запихать. Надо похилиться. Бабулька с клубками. Ну... Поджечь, окей. Ну, потом только ее, блин, попробовать заморозить и все. Если это не прокатит, тогда... Тогда я не знаю. Надо ее как-то в определенный, момент ловить. Хули Марио, ты двери открывай давай. Так, вот сюда, потом наверх. Бабка, бабка. Марио. Ничего, сейчас мы бабульку расковыряем. Угу. У нас закрыто. Походу, вот эта дверь, короче, вот которая налево, она все комнаты объединяет, ну, коридоры объединяет. Ну, типа шортката. Так, бабка у нас вот тут тусит. Ну-ка, подождем, клубки к хуям собачьим.
Не алё вообще. Блин, а чё с ними делать? Ну-ка давай шторы отодвигать. Может она типа вау, яркий свет. Пойдет закрывать. Папки по идее любят темноту, нафталин, плесень, запах гниения. Так, вот швейная еще машинка. И тоже ни хрена не сделал. Тонка. Но она вместе со столом трясется. Ну, бабуля, а? Прям в рожи ей светануть. А, ну да, она ж такой появляется. Ну давай огнем, огнем тогда ее подпалим. Если ни хера, короче, тогда попробовать еще льдом. Если нет, тогда как-то ловить надо ее в определенный момент. Вообще не появляется. По-моему, надо что-то с клубками делать. Вот эти вот ребята у нас. Тут просто взрываются. Я их могу собрать? Может, бабку подорвать надо? Понятно. Не могу я их собрать. Давай тогда льда наберем. Посмотрим, может быть. Заморозить клубки, конечно, чтобы тоже не совсем логично. Но это не больше, чем в логике то, что ты пылесосом привидения собираешь. Ну-ка заморозим бабку. Нет. Это не работает. Лапка не морозится. Как-то же можно что-то с клубками-то ее делать, сраные. Вот они. Надо было по ним постучать. О, активировалась, сучка. Ну-ка, выходи. Раз на раз за гаражами. Блять, я ее подтянул просто, но она не это. Что-то мне ее не засветить. Как она работает вообще? Вот. Пока у меня ее. Пока у меня ее клубок, я могу ей врезать. Но она тоже в меня стреляет. Ну, хоть какое-то продвижение. Максла. РФВБ. Надо раскладку переключить. Максла. Клубками. Так вот. Надо как-то ее клубками лупить. Опять. Да, блядь, ты что собрать-то ему не можешь? Неужели? Ой, бедовая баба, а? Ну-ка, иди сюда. Не туда.
Я промахнулся, и чё, она всё исчезла, типа? Если бы усатый не пел, то можно было бы услышать, как скрипит ее кресло-качалка. Ну, давай покинем комнату. Видимо, все три клубка надо в эту падлу старую запустить. Тогда она, типа, как призрак активируется, которого, блин, которого можно поймать. Да, да ё-моё. Почему-то ты долго клубки эти держать не можешь. Первый. Поймал. Давай клубок. Второй. Где? Ну, давай. Да лови ты этот клубок сраный. Куда-то клубок исчез просто. Вообще под ногами он у меня запутался, и все. Короче, надо еще под хорошим ракурсом в нее стрелять. Ну, серьезно, почему не попал? Бабка, ты бесишь. Попал. Ну. Хули ржем-то я не по... Я к третьему клубку даже не подходил. Чё за хрень? Ну, давай быстрее. Ну и чё, три клубка в неё попало. Может, что-то надо еще сделать? Типа три клубка в нее засветить, потом какие-нибудь шторы открыть. Ой. Нет? Почему бабка исчезает? Куда она девается? Может, она переезжает куда-нибудь? По звуку она здесь. А так она не работает. Надо лупить клубками. Это понятно. А все. Короче, один клубок куда-то в сторону улетает, она ржет и исчезает. Надо, чтобы четенько три клубка в нее залетело, походу. Да, блять. Я не попал. Башку. Я видел. Второй. Ну. Третий шарик, короче, он как-то странно себя ведет. Во, наконец. Ай, бля, сорвалась, сучка старая, с крючка. Я ее почти заловил. О, она сейчас работает, ништяк. Не надо ее долбить трижды каждый раз. Все. Тоби пизда. Давай-ка соберем, что с нее выпало. Сейчас мы тебя заловим, что ты? Старая таранда матеряет по комнате. Давай-ка мы того самого. Ну все, попалось. Было бы больше геморроя, если бы ее нужно было бы трижды каждый раз по башке лупить.
Потом только половить. Ключик. Угу. Я понял. Приблизительно понял. Давай. Опа. Иди свет. Чпок. Вот эту подъемочку можно убрать. Ну. Где он? Он, наверное, в кресле, я думаю. Ну, в столе. Нормас. Лимбугер. Стоять. Стоять, Глорька. Блять, свалил. Но он в этой комнате еще. Вот тут. Полтинничек ему остался. Блять. Бля, падла, удрал. О, недалеко. Снова в этой комнате. Хорош. Сейчас надо отхилиться, короче, а потом уже... Потом уже идти дальше. Ну, прикольно, в принципе, то, что после каждого маленького бу тебя сохранять предлагает. Я там просто, если просрёшь, хотя бы недалеко бежать. Так, 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 вот сюда вниз, по-моему. Я вот только одну комнату запомнил, где большое сердце валяется. Придется бегать до туда, что делать. Вторая еще на кладбище валяется сердце. Ну, по-моему, до туда еще дальше бежать. А так больше все, да. Я что-то не могу припомнить, чтобы где-то что-то валялось. Так, мелкие сердца, но... Они, по-моему, валяются вообще хаотично. На, вот тут. Это... Ящик надо было дергать. Он взял, вышел. Почти соточка, нормас. Возвращаемся назад. Тут у нас есть что-нибудь? Давно этих ребят не пылесосил. Тогда, тогда что? Дальше двигаем. Это, наверное, второй этаж. Точнее, вот здесь как бы первый, но... Короче, отсюда надо идти. А так почти весь особняк открытый. Угу. И вам не хворать. Не сюда, выше. Отсюда мы топаем, получается, вот сюда. Нет. Здесь было два бу целых. Куда они делись, интересно? Так. Надо дальше по коридору топить. Как туда попасть? Бля, я, походу, неправильно зашел. Так,
Вообще дверь заколочена, коридор, да. Но единственное, вот сюда. Нет. Ау. Да. Короче, опасные ребятки, если. О, сюда вообще рано. Это уже мансарда пошла. Да, блядь. Короче, надо отсюда выходить вообще. Из какого-то другого угла заходить. Вы задолбали меня дамажиться. Так, тут бабка. Угу, так не попасть. Бля, это случайно не комната ли с малым? Да идите вы нахрен. Вот так. Все в мышах. Всякая хрень взрывается. Так, и надо, получается, вот отсюда идти сюда, потом сюда, возвращаться в тот самый первый коридор, примерно где комната с малым, значит, соседняя вроде как комната была, будет открыта. Можно так. Но это не точно. Проверяем. Хрен знает. Давай на второй этаж здесь поднимемся. Если не ошибся, то вот это открытого открылась комната с малым. А, там, которые круги такие расходятся, да? Это то, что типа там будешь стоять в этом месте, тебя мыши летучие задавали. Они тут на потолке тусят. Все, вот эта комната. Но. Подожди-ка. Давай-ка мы к малому вернемся. Надо. Так, вот этот ништяк. Хорошо то, что тут всегда есть чем поживиться. А тут сейчас, по-моему, комната. Комната с близнецами, по-моему. Да. Ну-ка, стой. Ай, ну почти. Блин, он исчез. Все, он больше не появится. Давай раскрутим эту хрень. Надо как-то встать так под определенным углом. О, нет? Серьезно? Надо бегать. Надо правильный угол, короче, найти, чтобы вертолеты раскрутить. В жопу пошли они со своими вертолетами. Ну и чё, где призраки-то у нас сидят? Ну? Подожди, а может быть на кровать надо залезть? О, сейчас попробуем так думать. Ну нет. Как-то это все не то. Блин, какая-то. Надо как-то вытащить сначала призрака. Свет в комнате не горит. Что-то надо сделать, чтобы они появились. И начнется типа битва века. Да нет. А,
У нас же есть еще типа котика. Что-то там превосходно, что-то там вондер. Ну, это картина, что-то там второго чувака, ладно. Надо посмотреть, короче, вот так вот всю комнату. Но он пишет то, что это комната двух братьев или что-то такое. Объекты. Говорится, раз, два, три, английский язык. Учим и запоминаем. Мы, по идее, все. Что-то я там не думаю. Вот эта штука. Она вообще как объект не рассматривается. Ну и чё, и чё? Может быть, еще куда-то надо позырить. Это реальная фотография, что-то там бла-бла-бла. Что это? Блин, ну хер знает, я уже все смотрел. Во, надо было раскрутить эти самолетики. Тогда пацаны появляются. Ну, крутятся они что-то через жопу. Хочешь, короче, ха-ха-ха, давай, говорит, поиграем. Ты должен, типа, с пряткой не предлагают лобать. Окей. Хорошо, типа, теперь можешь входить. Пять ящиков. Этот не трясется. Вот этот не трясется. Вот этот колбасится. Ага. И вот этот не трясется. Ну-ка давай. Никого. Угу. Короче, из пяти ящиков должны два, короче, я должен безошибочно открыть. Первый. Неплохо, мистер. Нет. Надо как-то определять, научиться ящики. Вот он, допустим, трясется. Вот этот трясется. Вот этот нет. Вот этот нет. И вот этот нет. Так, еще раз. Вот этот трясется, да? Да. Пацан. И вот этот вот у нас трясся. Да. Ящики, которые трясутся, там пацаны сидят. Теперь говорит, давай поиграем. Иди-ка сюда, гаденыш мелкий. Сложность будет в том, что его брательник меня тоже дамажит. Ну ничего, полтинничек я у него сорвал. Ямба. О. В принципе, было бы неплохо, конечно, еще у второго самолет забрать.
Давай, 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 давай. Ну ничего. Сейчас грипп исчезнет. Нормас. Ну, несложные пацаны, в принципе. Один готов. Сейчас мы второго заловим. Вторым вообще не проблема. Ладно, мы покинемся заодно. Оп-оп-оп. Забираем. Так, у нас еще был спортсмен, бабка, потом тетка в душе, близнецы. Уже четвертый. Где-то, короче, через три привидения, может быть, даже через два, будет этот, как его, будет босс. Это что? Ботинок Марио? Еще осталось, получается, что? Вот так. Угу. Звезда, короче, осталась. Да, я думаю, Буу тут где-то сидит. Соточка, Бурис. Ига, а ну стой. Я Зорька. Дистанцию разорвал. Он тут еще? Он, возможно, даже... Да-да-да, он тут. Куда не уйдешь? Бурис. Хорош. Заодно и можно и похилиться, кстати сказать. Ту-ту-ту-ту-ту. Марио! Ну что, зачем прямо вот возле двери сделали этот комод? Что за подстава? Так. Куда можно сходить? Вот в тот коридор. Угу. Так, отсюда мне никак не выйти. Надо с другой стороны заходить. Правильно? Да. На всякий случай сохранится, почему бы и нет. Это, как говорится, бесплатно. Так. Короче, надо исследовать ту часть коридора, там, наверное, звезда и будет, мне так кажется. Потом, можно сходить наверх на мансарду, потом сдавать квест, короче, с предметами Марио. Эта дверь закрыта, да? Да, она закрыта. Ну и там что-то должно произойти, я не знаю. Так, заходим вот сюда, потом отсюда мы двигаем вот в первую дверь самую. Это у них столовка какая-то или что они тут? Звезда посередине. Сатанинская какая-то комната. Надо все свечи зажечь.
Не просто же тут так. До хрена свечей. Кстати, вот-вот можно вот в этой комнате как раз и дадут звезду. Не знаю, далеко походу до костра бежать. Давай посмотрим его в соседней комнате. Угу. Астральный холл. В одну комнату заходишь, ты тут же оказываешься в ней же. Надо огонь. Пока свечи не горят, ничего я не сделаю. Так. Поблизости. Надо вспомнить, где комната с жердяем. Там у Питыша много горело этого. Много подсвечников горело. Он у нас находится, по-моему, рядом с комнатой, где крести нарисованы. Он или тут? Нет, не тут. Он соседний, по-моему. Даже не там. Где же? Тоже не то. Может тут? Да. Да. Пошли свечки палить. Блин, он бегает, конечно, он еще угорает. Кортьярд переводится, я так понимаю, как задний двор или что-то в этом роде. Давай, зажигаем. Да легко поджег. Так, раз. Два, три. Четыре. Пять. Даже катсцена? Понятно. Ну, самый не очень это вот чувак этот в маске. Призрак противный, но так как он один, поймать его вполне. Свечки потухли. Я не знаю, может быть, это как-то скажет. Так я и не врубился, короче, в какой момент. Надо ему в рожу фонарем светить. Во. Вот только сердце появляется и сразу же исчезает. Во. На четвертый где-то раз сработало. Еще будут. Причем разной сложности, да? Ну-ка давай вот этого попробуем. Нет. В какой-то момент надо времени. Окей. Давай-ка чуть-чуть пониже фонарь я сделаю. Нет.
Но в комнате символично много звезд, значит, соответственно, тут должны запчасть от Марио в виде звезды дать. Что ж такое? А, неужели? На пятый раз я его заловил. Попробуем еще запалить свечек. Угу, призраков больше появилось. Даже эти меня не задамажили, ребята. Нет. А вот то, что их двое, это уже не очень удобно. Нет. Блин, ну один же там уже был готов быть пойман. Иди-ка сюда. О. Хрен знает, какой их момент. Тянуть надо. Ладно, почти же. Улезай. Давай, стягиваем маску. Мне не чем-то напоминает чуваков из этого сериала-то, «Игра в кальмара». Попался. Голубчик. Все? Тут еще Буту суется. И он вот здесь. Буду слуги какой-то. Свалил. Стоять. Блин, ну он там. Он рядом. Давай, 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 давай. Ах ты, гаденыш. Блин, он куда свалил в другую комнату? Или он тут? Он тут. Он до сих пор тут где-то. Может быть. Короче, он либо в комоде, либо вот вообще наверху тут вот сидит. Тоже нет. Люстра. Где-то развертал. Нет, не то. А где он может быть-то? Тут предметов-то немного вообще. Звезда вообще не двигается. Подсвечники тоже. Какие-то очень неочевидные вещи. Ну-ка, надо выйти отсюда. Возвращаемся обратно. Тут и был. Причем, по-моему, это вообще какой-то другой был. Ладно, попробуем его этого заловить. Слинял опять. Марио! Вообще не тут то, что тут их два. Он как будто бы в люстре, но он не в люстре. Ну-ка давай опять выйди. Люстра? Нет. Походу в люстре он.
Нет, слушай, не в люстре, а где-то. Причем он не в этой комнате, ну, не где-то в другом месте. Он прям тут и находится. Вот очень через жопу, короче, радар этот работает, походу. Но вот его нету в люстре, он, его там не будет. А кроме люстры, тут больше мотать-то нечего. Вот нечего тут пылесосить больше. Мария! Может, он прям в двери тусит, типа? Ну, показывает вот вообще все вот на вот сюда указывает. Кроме вот этого, есть у нас еще тут люстра. Ну, вот с нее пыль выходит, значит, тут ничего нету. Так, давай обратно. Вот так, вернемся. Может быть, он переместится куда? Может быть, типа комната астральная, и поэтому тут никаких бу нету, она типа так реагирует. Может же такое быть. Кстати, свечки не тухнут. Я вот их пылесосом херачу, они не тухнут. Короче, хрен знает, где этот бу тут тусуется. Я не знаю. Давай дальше. Обсерватория. Будем планеты смотреть. Новые галактики. Луна, и чё? Ибо... И тут Луиджи попёрло, короче. Ну, окей. Надо куда-то запулить, наверное, в эту... Нет, не туда. Как-то так надо попасть. Почти. Давай чуть развернем и вот, вот так вот. Тоже нет. Кто это вообще такие? Что за желтые чуваки? Попал же. Да, попал. Ой, я тут Армагеддон прям фильм. И чё, и чё? А, вот и звезда Марио, пятая часть. Та-дам! Сейчас заберем. Надеюсь, если я упаду отсюда, это не насмерть. Все. Сейчас на обратке попробую еще бу поискать. Если нет, тогда надо двигать к этой бабе, которая вся тусуется там с шаром. И типа ей квест задавать. Да нет, тут ни хрена. Кстати, еще какие есть комнаты? Угу. Давай попробуем вот сюда зайти.
Она закрыта. Я заходил уже. Тихо. Короче, их лучше пылесосить. Хотя нет. Они тебя все равно дамажат. Там на четвертый этаж. На третий. Ладно. Какие табу вообще, которые они просто исчезают, короче, больше не появляются. Не знаю, может быть, потом мне типа дадут возможность все 50 штук поймать, если это вообще квестовая херня. Так, баба у нас сидит где-то вот. Тут она сидит. Чего она не появляется? Где тёлка? Я типа все собрал. Ну да, все предметы. Главное, шарик-то ее мигает. Ну-ка, вылезай. Гасится, падла. Может, я не знаю, может быть, надо еще побегать. Ну, типа, просто так. Допустим, добраться до мансарды. Она, типа, не появляется, потому что я... не все комнаты обошел. Давай-ка еще раз по этажам. Так, это у нас подвал. Подвал весь закрыт. Первый этаж. Да все комнаты, по идее. Да, все. Второй. Почти все. Но там комната одна закрыта. А вот третий вообще, там конь у меня не валялся. Еще и крыша есть. Так, ну ладно, раз баба не хочет вылезать, тогда пошли, короче говоря, на мансарду. Крыша, может быть, что-то там надо сделать. Может быть, запустить какую-то катсцену, чтобы это все дело заработало. Но я думал, то, что типа всем части, за все запчасти Марио надо будет ей сдать, потому что она об этом трещала. И как бы этого будет достаточно. Но нет. Некоторые тут вещи работают, видимо, просто так. Точно же комната не открылась? Нет. Так, отсюда, да. Вот сюда. Вот на крышу у нас прямо. Вдруг Бу появился. Марио! А хер тебе, а не Марио. Нет его.
Больше тут трясти нечем. Погнали тогда, короче. Ну, это, естественно, у нас никак. Макс Ларк. Мелочный человек. Ходит, побирается. Это закрыто. А вот тут мы пройдем. О! Давненько таких слитков не упадал. Так, ну давай вот этот попробуем. Закрыто. А вот тут. Неплохо. Ничего смешного. А сюда вообще никак не пройти. Тут нужен ключ. И все. Что это за звуки такие? Может быть, мне так и нужно было дернуть? Ну, типа, подойти, поцеловать дверь, вернуться обратно. Марио. О, ты говоришь мелочно. Тут целый Клондайк, ёп. Ну, нет, нет, точно не тут. Давай еще раз к этой предсказательнице сраной вернемся. А так у нас... Ну да, тут все зачищено. Я все-таки думаю, да, что к ней надо. А взрывы появлялись, кстати... Ну, типа, весь дом ходуном начинал ходить, когда я был на втором этаже. Давай еще раз к ней подойдем. Режим на работу у нее какой-то странный. Иногда она появляется, иногда нет. Вот тут у нас дверь какая-то. По-моему, это она и есть. Это типа... Шорткат, короче. Так, это падла у нас вот тут тусуется. Не зажигая свечи, не работает, тетя. Как мне ее вызвать-то? Давай поджигать что. Даже жизни не дали. Вот фонарем светишь, и там звенит. Ну, влезай, падла. О, появилась. Лава, яйца. Сколько ее терроризировать-то надо было, чтобы эта курва сообразила, что вылезти надо. Ты собрал все объекты, покажи их, короче говоря. Меня зовут мадам Клейвоя какая-то. Похер. Это что? Это Марио перчатка, окей. Я, говорит, вижу, я вижу, вангую тебе. Кристальный шар покажет там что-то там, это Марио там, и я его вижу туда-сюда. Не знаю. А, он типа в какой-то картине, короче, говорит, сидит. Мой кристальный шар, алтарь, что-то какие-то глупости показывает, что ли, я не знаю. Так. Один предмет мы ей типа отдали. Так, это ботинок теперь, Марио. Тоже был перчатка, но сейчас она то же самое болтает. Разговариваем, разговариваем.
болтает, то что она типа охуенная. Это король Бу. Типа вроде как король Бу, типа вроде его поймал. Точно не буду утверждать, не совсем все слова мне знакомы. Далеко не все. А еще один объект. Письмо Марио. Почему она не может... В письме написано типа «Берегись, Луиджи». Почему она не может тебе сразу предметы отдать? Надо вот с каждым прям подходить. Что-то там про пылесос мой трещит. Звезда Марио. Они придут, что-то призраки идут или что-то такое. Сильный призрак придет сильный духом или что-то такое. Типа он нападет этой ночью, по-моему, как-то вот так вот. Кристальный шар, символ моего клана, там какого-то. Ладно. Бла-бла-бла, короче. В общем, она всевидящая, сейчас мы ее поймаем. Она же тоже призрак. Боузер. Ну что тут Боузер вообще? Какая херня болтает. Особо не это. Не прыгки, призрак. Она пытается от меня удрать, но я особо не сопротивляется вообще. Ну и все. Вообще на раз. И чё? А, вот тут у нас ключ, короче, скорее всего, он от мансарды. Тут у нас еще Бу тусуется. Да-да. Да, как раз от мансарды. Где-то здесь Бу еще? Сорокет. Буиджи. Ну, взял, убрал. Иди сюда, запашник. Хорош. Все, можно теперь топать на этот какой-то. Кстати, по предметам у нас есть что-то вообще? Да. Я ей ничего, короче, не отдавал. Так, мне не сюда. Но там внизу в подвале, там есть рубильник, значит свет когда-то будет отключен. Сюда наверх, да? Да. Отсюда на... Я вспомнил, как идти. Где же будут? Постоянно вот она мигает, но он должен быть тут. Нет? Почему-то его нету. Показывает, как будто он вот здесь. Прямо в середине, по-моему, да? Вот он тут должен быть.
Либо он внизу. И его так радар через жопу ловит. А? Все. От этой двери у меня пока ключа нету. Я понял. А вон там можно открыть? Понятно, зря зашел. Пока встает, все монеты твои исчезают. Как не сейчас. Он должен сейчас заорать был, как Эйс Вентура. Так. Этот чувак у нас не огнем палится, это явно. Но он с водой. Дамажит по площади. Значит, короче... А, тихо. Опять. И чуть промазал. А, надо его, значит, тогда льдом попробовать. Как раз он, кстати, не очень далеко лед. Оп. Сейчас мы его подзаморозим. Марио! Да хули Марио. Он когда он орёт Марио, когда с, ну, с объектами не может взаимодействовать близлежащими, а так он по стенкам вон стучит. Такие штуки скрывает разные. Пять. Давай хоть сердце возьму. Что-то жесткие какие-то эти штуки. Есть что-нибудь? Все. Все, я взял немножко. То, что мне надо было. Давай вот тут посмотрим. О. Есть, конечно, такая теория. Потому что если в предмете что-то было, допустим, я в прошлый раз эту люстру качнул, бабки посыпались. В следующий раз у меня денег не будет, но будет хотя бы маленькое сердце. Это только в теории. Так, где этот чувак? О, круто. Ну давай, бери. И чё еще? Чё никто не нападает? Где все? Марио! Ну-ка, может быть, надо в люстру куда-нибудь? Да нет, не то чтобы очень надо. Где призрак? Давай свет выруби. Не хочет он появляться. Я что, зря за льдом бегал? Ладно. Окей, дверь напротив не выходим. Давай еще раз вот сюда зайдем. Че он не появляется? Я просто предполагал то, что комнаты должны постепенно зачищаться. Но походу это не так. Давай, наверное, прервемся на перекурчик, да? Сейчас я подойду. We'll be right back.
дальше. Короче, не хочет он вылезать. Ну ладно. Давай дальше посмотрим, что у нас есть. Ага. Тут где-то Бу. Понятно. Он не здесь. Блин, чтобы на такие двери не напарился. Они не обозначены, короче, вообще. Здесь дверь, но на карте ее нету. Значит, типа она фальшивая. Я понял. Добрый вечер, Дунс. Не знаю, что это такое. А я мистическая сила Бу. Мой маленький симплет, я не знаю. Да-да-да-да. Надеюсь, типа ты не засосешь меня полтергейстом 3000. Да, почему? Ладно. Пропускаем вообще. Причем он стоит, выделывается. У нас типа коллективная сила, там что-то такое. При полной луне, по-моему. Босс, да? Я думал, босс. В чем дело? Почему меня утащили обратно? Давай еще раз туда сходим, я не знаю. Ну а что, пылесосом надо стянуть? Марио! Как-то странно. Хреново, что игра без перевода, конечно. В английском я явно не силен. У нас, по-моему, только вторая часть на 3DS-ке перевод имела. Если я не ошибаюсь. Это все равно за дело, а? Так, здоровье, не напасешься туда-сюда бегать. Давай еще раз. Никого? Ну-ка, пошумим, бля. Во, слушай. Его запускать надо, этого мужика. Где он? Угу. Но у него же явно раньше кончится, чем у меня. Его поймал? Ага, это второй был. Давай еще наберем тогда. Значит, получается, надо все равно зачищать эти комнаты поочередно. Уже день Nintendo со своими геймплейными штучками. Походу еще придется разок сюда сбегать. Так они выходить не собираются. Давай тогда мы шевелим вот эти. Да, и он появляется. Погоди, пониже. Все. Заморозил.
Еще будут? О, есть. Пропал. Так, а этот обычный, по-моему. Да, этот обычный. Но не похоже. Давай, наверное, с зеленых сначала, да? Как-то их попроще будет. Блин. Плохо дело. Ай-яй-яй. Ну, что-то, короче, вообще сейчас меня, походу, тут закошмарят. Еще и за льдом бежать. Меня второй дамажит. Давай, давай, давай. Ну, блин, ну ему там парочку осталось. Иди сюда. Хотя бы хоть какого-нибудь надо заловить. О, ну, блин. Они исчезают. О, иди-ка сюда. Уже чуть проще. Хотя мы этого подморозим чуть-чуть. Насколько есть. Ну-ка, давай, сундук взорвем. Сейчас вот это. Слегансушечки. Опа-опа-опа-опа. Все, уже проще. Вот здесь. Здесь хилы были. Ай. Иди сюда. Так, и подохнуть тут возможно. Давай, выходим. У меня лед закончился. Ну, когда в таком маленьком помещении несколько призраков, и они появляются по-разному, ну типа не по очереди. Да, зарядился. Кстати, могли бы, чтобы вот эту беготню сократить, могли бы сделать так, чтобы впрок можно было запастись. Ну, типа там, не знаю. Марио. Что-то вроде двойной такой хреновины. Шкалы. Все, появился. Надеюсь, четвертый раз не заставит бежать. Все. Еще должен быть кто-то. Пять. Да, придется четвертый раз бежать. Твою мать. Все. Быстро кончается. На одного призрака, короче, больше половины уходит. А их там было три только таких. Три или четыре даже. Я что-то не посчитал. Ну, хоть лед недалеко. И то спасибо. Марио!
Давайте вызываем. Опять у него тридцатка. Я что, не попадаю? Подожди, это вроде обычно. Его типа мор, да, это обычно. Его морозить не обязательно. Ну, кстати, лед на него тоже хоть как-то действовал. Еще будут. Ну, серьезно? Так, а этот вот точно со льдом. Еще двое. Ударом подкидывает к одному. И тот меня тоже дамажит, походу. Бля, придется еще до дома идти. О, двоих сразу, прикольно. Давай, давай, давай. Ну, чуть-чуть не добил. Зато бабок херачил дохуя. Так, этот обычный, обычный. Но там еще, по-моему, с водой появляется один. Неужели? Длинная комната была. Тут еще и бу. И бу. Ну тут очень удобненько то, что еще одна комната с этим с сердцем большим. Ага. Вот почему, короче, меня не пускали туда. Надо было сначала здесь дочистить. Я понял. Он где-то тут. Садка. Бупип. Че же вы все уходите-то? Блять, теперь лови его по комнатам. Гаденыш жирный. Иди сюда. Да ты задолбал. Надо хоть дальше не убегает. За этой дверью должен быть босс, я так думаю. Давай, 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 давай. Все, попался. Наконец. Да, да, да. Я молодец, и все такое. Угу. Будь осторожен, сохраняемся. Тут жизни остались. Нет, не остались. Давай посвистим. По люстрам. Ничего. Тут тоже ничего. Ну ладно. Так, вот эти вот две двери, которых не существует. Ключ у меня только от этой находится. А здесь у нас тоже комната, но, видимо, потом от нее дадут вход. Окей, давай. Тут прям радар зашкаливает. Ну-ка, вот сюда. Угу. О, куча бу. Ладно, они, короче, тут тусуются, и мы сейчас попробуем их замотать, размочить их. Замуровали демоны. Да, это босс.
жирненький был. Ну, слушай. А давай-ка мы его вот сюда, вот на пику-то чё мы насадим? Он лопнул. Заморозим этих чувачков. Ну, чё, не попадаю? Не успел я его запылесосить. Ай-яй-яй. Он лопнул. Вот так, короче, и надо его мочить. Это он только меньше не становится. Я, видимо, слишком мало поймал. Ладно, будем стягивать, что есть. Конечно, под такой перспективой не очень-то видно. Сколько я... Не, он, слушай, он меньше стал. Правда, шустрее. Ну-ка, на пику тебе. На пику. Что-то не хочет теперь. Ну-ка, прыгай сюда. Я так понимаю, что он прям должен сесть на его... На рог единорога. Ну, давай, 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 давай. Иди сюда, лопнул, наконец. Так. Ну, они прямо убегают от холода. Когда их мало, сложно поймать. Ну хотя одного-то дайте. Все, я не успел. Ну сейчас он четенько попал прям. О. Короче, не жадничать лучше. Попал? Нет? Нет, не попал. Удирает сволочи. Я не успел. Ну ладно, хоть одного запылесосил. Да давайте ли сюда, ну кто-нибудь. Смотри, не поймать вообще. Хоть одного бы, а? Надо патроны взять. О, я даже его могу затянуть. Ну-ка, давай мы его попробуем прямо на пику бахнуть. Иди-ка сюда. Не, я его только притягиваю и все. Ну лопайте. Бля, его на пику-то посадить, и то тяжеловато. А тут еще надо их поймать всех. Они от тебя разбегаются. Неужели? Дамажат. О, одного.
Блин, не успел. Всё. Ну, хоть одного. Попробуй. Вот так вот. Во. Там их пылесосом не свистишь, они, короче, ближе к тебе продвигаются. Так, ну там парочка, да, по-моему, осталось. Ай-яй-яй. Да все, я не успел. Давай-давай-давай, он на Куканова. Ни хрена. Ну, почти есть. Ну, у них только чисто случайно можно попасть, по-моему. Кстати, один, по-моему, упал. Да, блин, я не успел. Суки мелкие. Но они шустрые. Давай, давай, давай. Ну, ну, ну. О, есть один. Сейчас мы второго, последний. Блять, ну он главное меня попал. Идёк, он улетает просто за этот. И дамажим сразу тебя. Падла. О, попался. Неужели? Ну, непростой босс, потому что главное их поймать тяжело. У нас есть тут какие-нибудь хилки? Нету. Ну, в принципе, можно. О, ну хоть что-то. Я хотя бы не с одной тычки сдохну. Да, и тут посмотрим, что. Пусто. Ну-ка, вот тут. Нету. Блин, такого большого босса одно маленькое сердце. Такое себе. Марио! Марио! Так, это у нас бубны, да, ключик? Не переодим диалекты. Нинтендовские. Типа меня слышат там туда-сюда. Ты должен вернуться в лабораторию и сдать картины. Да не вопрос.
хорошая работа там туда-сюда, в общем, давай, мне говорит, сдавай пойманных призраков. На этом у нас арена заканчивается, ну, в смысле, уровень. Какой там, третий или четвертый он по счету? Третий, по-моему. Там прилично, в принципе, в течение уровня и призраков было много, и этот такого бабок насобирал прилично тоже. Бабка, вон вижу. Близнецы. Да-да-да. Да, это третий был уровень. Угу. Предсказательница, спортсмен. Бабка. На-на-на. Или Нана. Это, по-моему, баба, которая мылась. А вот это вот с длинными руками, я не помню. Близнецы и Булосус. Булосус. Это типа Колоссус. 15 призраков. Я больше ловил. Давай 6 лямов. Неплохо. Так, дальше. Вот только я не могу вспомнить, где я видел ключ со знаком бубны. Или буби, ну кому как удобно. Но Марио у нас запаян под знаком пик. Только мы сохранимся. О, у меня почему-то уже 50 этих какого. 50 пойманных бу. Ой, 35 из 50. Еще типа 25 и все. Давай, наверное, вернемся еще раз на мансарду. Я думаю, там что-то есть еще. Хотя бы так чисто, по крайней мере, для себя убедиться. О, тут Бу опять. Он где-то тут. Опять у него сотка. Опять. Свалил, падла. Но кажется, он в этой комнате еще. Понятно. Все, его больше нету. Он в этом коридоре? Нет. Хрен его знает, как его нормально поймать. Вот тут у нас заколоченная дверь. Так, это не тот ключ. Давай ниже, да, спустимся. А, выше, выше. По-моему, там еще одна комната была, не эта. Вот здесь у нас что? Бля, я забыл. Она не отмечена. Короче, надо смотреть. Только отмеченные комнаты. Давай, возьмем. Угу. А как? Надо на балкон выйти, и там как раз все открывается. Я понял. Это закрыто. Но она потом по-любому откроется.
балконе, балконе, скорее так. Сейчас нету тут сердца. А, ну да, точно. Слушай, а мне может стихию дадут следующую, которую можно с пылесосом и по электричеству? Что-то там случилось, короче, электричество, оно выключилось, блокаут, типа все погасло, и теперь много призраков. Так, стой. А что если сейчас бегать и включить? Блин, а тут призраков? По-моему, надо сбегать и включить все-таки электричество. А то мы так дальше не уйдем. Света вообще нигде нету. Каждого так ловить, ты просто замучаешься. Да, надо свет включать. Я не знаю вообще, если это сработает. Да. Что-то вообще война какая-то началась просто. Так, отсюда, вот сюда. Причем призраки-то вообще начинают вылезать довольно-таки, ну, с определенной тактикой. Надо вспомнить, где подвал у нас. Кажется, правильно. Блин, ну капец народу. Так, тут у нас, по-моему, гадалка сидела, да? Вот, да, внизу у нас выключатель. Надеюсь, сработает. Я не зря сюда шел. Зашибись, все закрыто. Ну круто, че? Пошли назад. Может быть, надо какую-то теперь зачистить комнату? Чтобы дали ключ от подвала. Блин, ну просто они на каждом шагу просто появляются. Очень много. С каждым биться это очень много времени займет. Пропускаем, значит. Будем по спидрану нестись. Что-то у меня никакой стихии в пылесосе нету. А, и так сойдет. Но они, кстати, меня только пугают. Если быстро пробегать, они меня только пугают. Никто пока не ударял. Короче, я предполагаю, что надо зачистить, короче, там все. Которую я дверь последней сейчас открыл. И тогда уже... Ай-яй-яй-яй-яй. Просто 5 штук. Просто 5 штук на тебя нападает сразу же. Вот эта комната рабочая. Нет, это дверь фальшивая. И вот это тоже. Телефон где-то.
Вот тут. Telephone rule. Какой из них? Вот этот. Hello? Hey, hello. И я скажу тебе... А, подожди. Кто, по-моему, говорит? Луиджи, ну да. А, Луиджи. Это тот, короче, мне названивает. Опять у них проблемы, вся фигня, говорит, спаси меня, помоги мне. И говорит, во тьме там страшно. Так. Теперь этот звонит. Алло? Привет. Профессор Егад. Геймбол хоррор. Если я правильно понял, надо типа подсветить вроде как. Угу. В комнате. Вау-вау-вау-вау-вау. Нет, этих придется мочить всех. Пока дверь не откроется. Плохо дело. Это попадался. Блин, они не дают атаковать нормально. Этот призрак попроще маленький. Тихо, тихо, тихо. Короче, какой-то призрак дяди там или еще что-то говорит в комнате с большим зеркалом. Вот походу туда надо двигать. Большое зеркало — это там, где у нас гадалка сидела. Но надо отсюда сначала выйти. Ну все, в принципе, отсюда-то я могу выйти. У меня тут эти... Все открылось. Сейчас мы тут только с пропылесосим, что есть. Вдруг жизни дадут. А то этот маленько потратился. Ну, хоть что-то. Можно, в принципе, сюда заглянуть. Большая будет комната. Она и закрыта. Понятно. Короче, тупаем там, где у нас зеркало. А так, здесь, в принципе, все. По дороге надо будет еще жизни взять. Тихо, тихо, поворачивайся. Оп. До свидания. Поворачиваемся. Ну они хотя бы так не так сильно достают, а то они догонять начинают. Так, вот здесь у меня жизни были. Вот. Не будем их особо пылесосить. Давай попробуем. Да. Так просто мне жизни никто не даст. Вот так. Все. Исчезли. И жизнь взял, короче. И удрать успел, ну окей. Так, возвращаемся обратно. Это получается отсюда надо топить вот сюда. Не, вот с этой беготней между комнатами это вот големые резиденты. Прям один в один. Когда ты бежишь, вспоминаешь, так, это значит у нас здесь лежал, это тут находится.
это я сделаю так. У меня есть квестовый предмет, мне нужно на второй, там, на пятый, третий этаж, короче. Да, да. Это вот копия резидента я вел. Так, отсюда, отсюда, отсюда. Мы, короче, двигаем, получается. Фигня. Отсюда мы двигаем. Вот сюда. Потом вот сюда. До свидания. Вот она комната с большим зеркалом. Бля, это походу не та комната. Да иди это от меня, обнимашки. Подожди. Есть еще гардеробная комната у нас. Она... Она... Подожди. Вот тут по прямой. Нет, не тут. По-моему, по, выход. Да. Да-да-да, все, я вспомнил. Сейчас заодно в комнату к пацану зайдем. Надо жизни взять. По прямой, по-моему, там будет гардеробная. Бля, или не здесь. Быстрее. Да, вот отвалить его. Короче, тут разношерстные призраки. Подожди, нет, баба тут была. Тут комната с может тут? Нет, это комната близнеца. Просто всех мастей призраки атакуют. Так, тут библиотека, значит. Значит, в большую дверь мы заходим. Да. И она, короче, в самом-самом конце. Да капец вообще. Вот еще комната с зеркалом, а вот мужик. Сейчас еще надо думать, как его поймать. Может... Может зеркало посмотреть? О! Ну, поворачивайся. Как мне к нему резко так повернуться-то? Так, я свечу, вот, нормально. Поймался он каким-то образом чудным. Фига, главное на гриб не попасть. Ну, слушай, с первого трая вообще улетел мужик. Надеюсь, это будет ключик от этого, от подвала. Марио. Так, и чё, и чё, и чё, и чё? Да, от подвала. Ну, наконец-то мы сейчас свет включим хотя бы. Нас кошмарить перестанут. Ну и все, тут ни денег, ничего такого не будет. Ладно, ладно, погнали. Давай, побыстрее только. Ай-яй-яй-яй. Блин, некоторые очень шустрые. Стоять. Ну давайте быстрее. Блин. Тут их пачками можно ловить, я так думаю. Но просто на каждом задерживаться, они сейчас стопудово респаунятся. Я думаю, не очень-то вариант. Так, теперь надо вспоминать, как подвал. Подвал вот так, по идее.
он прям рядом должен быть. Да, вот он. А потом, скорее всего, меня попрут еще обратно на мансарду эту. На третий этаж. Все, включаем рубильник. Да будет свет. Все, свет дали. Ура! Тут еще и Бу тусуется. Откуда ключ? А, ну рядом, рядом. Давай Бу заловим. Он же тут. Где-то бочка. О. 200, ну ни хрена себе. Такой жирный нам еще не попадался. И все, он брал. Ну-ка. Хотя он может быть здесь, в коридоре. Нет, он не в коридоре. Давай еще раз назад. Эть. Понятно. Но он еще остался в этой комнате, да? Нет. Все, он убрал. Без понятия пока, где его искать. Ладно, давай здесь что-нибудь посмотрим. О, какой. Иди-ка сюда. Сейчас мы денег с него поймаем. Слушай, неплохо навалили прям. Надеюсь, у меня пылесос не забьет от такого количества грязи. Ага. Тут еще, короче, не говоря, и инверсия. Тихо. А я зверька. Я тут жизнь себе вывел. О. Еще будут. Это не последний призрак. Давай попылесосим пока. Пока дают. Так, нас призраки, ну это понятно. Они чуваки спектральные у нас. Но если пылесос столько грязи всех питает, он же просто забьется. Эх, почти. Вот, иди-ка сюда. Готов. Слушай, тут немного, но тут Бу еще сидит. Он тут? Ага, на сотку. Иди сюда. Опять удрал? Не, смотри. Давай. Ну, все, он ушел. Он удрал. Подожди. Поймаем его тут. Опять. Ну и чё, мы долго за тобой гоняться-то будем? Сейчас я смотрю. Все Бу под сотку. На 50, на 40 ни одного не попадало. Уже давненько. Да блин, ты задолбал. Давай. Готово. 36-й. Угу. Сохраняемся. Так. Че это у нас тут? Ключ от. Ну, скорее всего, от подвала. Вот от этого прям коридора. Третьего этажа. А, ну там, где телефоны, короче. Я понял. В общем, начинает по этим, как его, по всему зданию таскать. Ну а здесь, я думаю, да, пока просто делать нечего.
Хотя одна дверь там открыта. Ну давай полюбопытствуем просто. Марио! Чё, Марио, ты дверь дергай. Да, камера, конечно. Надо ключ Пики. А, да, да, да. Тут у нас как раз маленькие усы, там что-то. Он меня сейчас вернет просто. Обычно так бывает. Если ты рано к какой-то этой, какой-то двери подходишь, а ключа у нее нету, тогда он тебя возвращает. Да-да. И он меня вернул. Так, ну что, поперли тогда на третий этаж. Все-таки когда-то должны мне дать ключ, который будет соединять вот эти вот, вот этот переход. Но когда это произойдет, я не знаю. Пошли на третий. Тихо, не сюда, не сюда. О, тут Бу есть. О, 25. Маленький. Просто был. Попался. 37. Ну, в принципе, если заходить в старые комнаты, то есть вариант весь полтинник наколотить. Интересно, если я 50 соберу, они перестанут появляться? У нас вот там, вот эта вот комната. Но тут Бу нету. А в этой? Тоже Бу нету. Ну нет, так нет. Они, видимо, рандомно сейчас еще раскидали пачку Бу. А где они именно находятся? Это еще типа нам нужно все комнаты обойти. Это прям надо с самого начала оббегать. Ладно. Вот отсюда куда обуделся? Так и не появляется. Пропал. А? Тут, кстати, свет появился. По-моему, его не было. Ну-ка. Давай льда наберем. Пригодится? Наверное. Я не знаю. Так, на всякий случай. Ну, я по дороге просто еще Бу смотрю. Все, мы топаем, короче говоря, вот сюда. Еще выше. Тут уже света нету. Так, там дверь у нас липовая. Это надо в обход идти. Да. Надо идти в обход через... через балкон. Та-ра-та-ран-тан. До свидания. Так, отсюда мы заходим вот сюда. Кстати, по-моему, здесь еще кто-то есть. Вот. Мы, наверное, вот эту комнату тоже должны зачистить, чтоб тут свет врубился. Давай выковыривать всех ребят. Да-да-да. Ну, это несложно. Да. Тут у нас и ключ, скорее всего, и Бу тоже. 38-й. Что дают? Бабки.
Да. Ну, как говорится, не можешь ключи давать, давай деньги. Бери деньгами. Он, походу, в телефоне сидит. Нет, телефон у нас... Объект неюзабельный. Где он тогда? Шкаф. Ну-ка, давай, сорвем. Тут, походу, еще призрак. О, а тут и Будда. 300, ну ни хрена, бумеранг. А че они звездные-то такие все? Ну и все, я ускакал. Ну-ка, давай, мы вот в этой комнате поищем. Но мне кажется... Такое себе, как бы тут и ничего, что тут босс. Он вообще куда-то удрал. Значит, его надо в коридоре искать. Вот в коридоре. Да. Это дело надолго. Так, он либо на балконе. Да, тихо ты. Нет, его тут нету. Подожди. Он же не мог удрать в фальшивую дверь. Дверь у нас тут. Нет, она как бы закрытая. Закрыта дверь. Либо он вернулся, короче, назад. Да, это подстава. Да, все, его тут нету. Он просто свалил, короче, в ту комнату, которая еще закрыта. Так. Теперь надо смотреть, как вот этих вот щелкунчиков активировать. Да, естественно, на них просто посветить не работает. Может, типа двери все пооткрывать надо? Да нет. Ну попробуй, конечно. В порядке бреда. Почти за каждым стоит дверь. А за этим какие-то штуки. Как-то что-то надо активировать. Ну-ка. Они как музыкальные. Короче, мелодию также надо запустить. Я понял. О, тут еще два. О, ни хрена, сразу двоих можно. Прикольно. Комплексно. Комплексно сейчас их замудохаем. Пока другие не появились, давай-ка мы это потягаем чуть-чуть. 50, 59. Так, ну окей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ждем, ждем, пока гриб. Какой ностальгический звук. Так, давай, тянем. Прям двоих. Вот ништяк. Давай, 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 давай. Ну, нормас, потихонечку. Сейчас мы их сделаем. Интересно, этот босс за троих будет считаться или один?
Тихо. Что-то они напинали как. Ладно. Один. Один так один. Давай. Вот сюда мы с ним выйдем. Давай. Чуть-чуть осталось. Блять, и грибами швыряется, и всем, чем не можно там. Понимать. Давай двоих. Так, минус один, это точно. Второму 20 осталось. Давай. 10. Блин, чуть-чуть. Ай-яй-яй. Так я вставать не успеваю. Блин, ну один возле второго крутится и не дает себя ударить. Давай. 6. Все, второй. Второй улетел. Ну, с последним будет вообще не, ну, просто. Без проблем. Да, покоцали меня. Сундук есть какой? Тут у нас еще и бутусуется. И бут. Опять сотки на 3, ну да. Ну и все, он удрал. Либо он в соседнем помещении, либо в коридоре. Скорее всего, в коридоре. Тут его точно нет. Да. Долетел до коридора. Но тут второй чувак. Опять удрал. Надеюсь, обратно. Да, тут жизни нет. Нет. Тоже нет. Что-то как-то... Так, это он же, да? Ну-ка, иди сюда, товарищ. Да, ну когда убьют 3 сотки жизни, это тяжеловато с ними биться. 146. Если мне надо будет еще таких 13, то это надолго. Хоть бегает туда-сюда. Ну, вот как мне за ним угнаться? Давай. 50, 20. Коридор опять, да? Стопудово же удрал. Да, он в коридоре. Давай, по-быстрому. Оп. 20. И все, и он, короче, учесал куда-то. И он явно не этот такой. Он явно не на балконе. Да, он не на балконе. Блин, там остался-то ему двадцатник, просто 3 секунды подержать его на привязи, и все, и он будет пойман. Но я, походу, нет. Походу, я его не найду. Марио! Короче, тут либо подстава, либо Бу опять вернулся к себе куда-то. Вот тут он. Тут. Вот тут.
Так, ну, немного жизни мне не повредит. Он в домике? Нет. Да, тут только подстава и была. Ну, я не знаю, короче, как это на 300... Ну, 300 жизни, как их лупить? Они просто от тебя убегают быстрее. Ловить их везде, как бы, тоже не вариант. Так. Еще есть какие-то ключи у нас? Что странно, то, что и по заданию, то непонятно, что делать. Вообще, по-моему, да, не дверь? Да. Это не дверь. Может, к телефону попробовать подойти? Типа сообщить Тодду то, что он теперь свободен, как Добби. Либо, как вариант, просто надо вот 13 бу поймать, тогда не откроется тайна вселенной. Давай попробуем к телефонам, короче, сбегать. Стопудово, где-то какой-то скрипт, который надо запустить. И он будет, типа, на что-то влиять. Вот здесь у нас свет не горит. Здесь уже горит. Телефон. Не алло. Телефон. Не алло. Не работает телефон. По сундукам тут вообще ничего не выпало. Давай еще раз, да, правда, узло запустим. Вот это. Да не вот это. Вот это. Может быть, что-то сыграет. Может, что-то в домике, правда, заныкано. Кстати, надо вот в этот вот домик попробовать посмотреть. А, вот. А я бегаю и думаю, что же делать-то? Делать-то чего? А это лифт. Лифт на крышу. На. За руф. Тут только такие призраки. Походу. Ладно, давай. Не очень удобные ребята. Придется с ними долго повозиться. Как они работают, я до сих пор не понял, но когда они толпой. Нет. Вот прикинь, всю толпу. У них у всей толпы маски позабирал. И ни одного не зацепил. Тут еще, кстати, огонь летает. Ну, хотя бы минус один. Из шести. Ну, почти же.
Да и ребята, они парные. Если ему ты типа пару разрушаешь, он начинает примыкать к кому-то еще. Ну? Ну хрена. Почти. Надо еще подумать, что тут с огнем делать. Ну хоть кого-нибудь-то дайте зацепить. Вот они просто лопаются и все. Тянуться не хотят. Вот двоих было бы очень здорово сейчас затянуть. Ой, зашибись, еще и по рылу получил. Три маски летят, а? Ни одного. Одного хотя бы. Давай, 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 давай. Оп. Сколько их там, кстати? А, ну еще 4. Это как минимум. Нет. О, попался. Там вот какой-то тайминг странный, короче, когда их ловишь. Да, бля. Ну, тут анимация мне не позволила просто. Там, когда призрака затягивает, там еще какие-то секунды. Он вообще не бездействует. Оп. Не попал. Как-то надо вот четко в одну, какую-то секунду попасть, и его поймаешь. Нет. Самые вот неудобные призраки, короче. Ну и тех, которых надо было льдом мочить. Много времени занимает беготня. Да, блин. Ну и двое осталось. А? Главное его подцепить. Последний. Ну, он сейчас будет чисто на меня идти. Нет. Почти. Не могу понять, в какой момент надо светить на него. Вот он просто сразу же исчезает и все. О, неужели? Будто я что-то еще кого-то не убил. Не поймал. Это?
Ну, за огнем недалеко идти, так что вообще без проблем. Еще будут? Да будут, должны. Че, только один призрак, что ли? О. Все, крыша очищена. Официально. Давай мы огня возьмем. На всякий случай. Теперь надо найти, где они. Где они показали мне сундук. А? Маленькое, да? Да. Это маленькое сердце. Че, у меня буквально парочку комнат осталось неоткрытых. А, нет, не, не сюда. Хотя тут можно упасть, чтобы попасть вот в эту комнату, наверное. Можно попробовать. Либо от нее дадут ключ. Подвал, потому что весь открыт. Тут решетка. Ну-ка, ну-ка. А... Угу. Ну, приблизительно. Осталось стопудово, вот. 2-3 комнаты не открыты. Давай даже посмотрим. Крыша все. А, раз. Ну, там проход будет во вторую комнату. Раз, два, три. 4, но не факт. 4, 5. 6. 7, 8. 8 комнат. Черня-то какая. Ну и плюс еще финальный босс. Стопудово. Мегабутом, или как его зовут? Так, не сюда? Да? Ну, давай пойдем. Я думаю, сходить может жизнь взять. Ладно. Давай быстрее открывай. Походу, бассейн лучше взять жизнь. Какие-то серьезные дядьки с палицами и так далее, так что могут надавать по жопе. Лучше подстраховаться. То я давненько последний раз сохранялся. Лучше бы на самом деле, да, сбегать и сохраниться. Потому что это может быть фатальной фигней. Я вот не знаю, где у нас тот. Ближайший, по-моему, на улице там сидит. Чтобы к нему попасть, надо 5 потратить, по-моему. Угу. Он тут. Вот сюда. Ну, он тут тусуется. Но, по-моему, он не сохраняет. Он только дамажит вроде. Да, можно сохраниться. Все. Без проблем. Хоть так, но сохранился. Там 10 хп одно маленькое сердце найти, да и все. Зато заново бежать не надо, если что. Это пусто. Mm-hmm.
Эту дверь по-любому как-то. Подожди, а если ее поджечь? Нет. Возможно, все-таки упав с крыши там наверху. Можно попасть в какую-то из этих комнат. Ну, по идее, там она на третьем этаже расположена. Можно попробовать, конечно, туда сигануть. Вдруг повезет. Но сначала по факту, короче, мы зачистим, что есть. Так. Вот сюда. Сначала будем ощущать, что знаю. По крайней мере, что видел. Вот сюда, короче, идем. Здрасте. Это просто комната для зачистки, походу. Давай, 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 давай. Хорош. Еще. Может, они типа в сундуках сидят все? Бабло, неплохо. Еще больше бабла. Надо бы нам так зарплату давали. Пусто. Ай, не вижу ничего. Блин, ну, сейчас он появится. Рано. Давай. Не вовремя. Давай, 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 давай. Ну там ему парочку осталось хп-то сбить. Иди сюда. Готов. Последний сундук. Я что-то не помню, там есть еще сундуки какие-то? А так еще, ну, как вариант. О, иди-ка сюда, что это такое? Зеркало. Марио! Че тебе, Марио? Давай постатуем. Уста. Понятно. Этот у нас по площади лупит. Ну, хотя бы не надо его какой-то стихией мочить. Хорош. Дай-ка жизнь мне. А чё, он закрылся? А, ну все, он типа не работает. А, там открытый? Эй. Все. Понятно. Дамажить будет каждый. А так бы сейчас с этим 60 хп бы сюда пошел бы, и все, и хана. Но я не успеваю идти просто. Эй, эй, эй. О. Ну, это не сложно, чувак. Давай, давай. Куда сердце? Иди сюда. Оп. Так. Этот дергал, этот, теперь этот. Место. Ну, по идее, еще один должен призрак быть. Да. Ну, этот не очень сложный, его просто надо поймать. Он длительный, особо никуда не убегает. Главное на кожурке банановой не попасть. Все, открыта комната. Тут еще у нас бут тусуется. Что за ключ?
подвала дальняя. Понял. За 5 бунов будет на 300, да? Взрывчатка. Надо в ящик. Почти 150. Андербус. Давай, 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 давай. Но он удрал другую комнату. Пошли туда. Я не знаю, она открыта, нет? Да, открыто. Тут еще не зачищено. Она обратно, походу, вернулся. А все, коридор, походу, ушел. Да. Падла. Ну давай, 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 давай. Отсюда мне его не достать. Блин, ну я не знаю, как вариант, можно еще попробовать туда сбегать. Может, он в игровой тусуется, но вряд ли. Да, где-то тут. Че, в начале комнаты? Нет. Где он? Где-то ржет. Так, ну, немного хп, конечно, не повредит, но где он? Тут? Нет. Бабки. Да где он? Тут? Нет. Где это, падла? Он явно в этой комнате. Может, тут на противоположных стенках что-то есть? Да, он тут. Андербу. Давай, 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 давай. Убрал. Но он здесь. Давай, 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 давай. 20, 10. Попался. Хорош. По всем комнатам гонял, а? Ты смотри какой. Прежде чем в ту комнату идти, которую мне ключ дали, надо сначала ту исследовать. Да, вот эту. Так, подожди. По логике вещей отогреть не вариант. Бабки. Еще бабки. Ой, да-да-да-да, муста же. Ты говорит, эй, ты с усами. Что-то там замечательное, там туда-сюда, в общем. Я, говорит, тебя не ожидал. Fine with me.
7 on me right here, right. Что-то просит. Надо его найти. Он попадает, он вылезает, короче, когда я походу на него не смотрю. Так, надо подумать, короче. Как-то его надо поймать, пока он вылезает. Game over, mate. Меня типа выгнали, потому что я его не нашел. Надо его заморозить. Марио. А чё, где он теперь? Ну ладно. Жизни не повредят. Почему-то теперь его нет. Да, вот я, короче, сразу не догадался с первой попытки, что его заморозить надо. И теперь, типа, все. Больше мне не дадут такой возможности. Как его теперь вызвать-то? Так, ну эти можно прям толпой крутить. Ну-ка, вот так давай попробуем. Не вылезает он. О, вылез. Ты, говорит, вернулся. Давай, откуда? Раз. Да. По-моему, 7 раз надо его поймать вот так. 3. 4. 5. 6. 7. И чё? Game over, mate. А, ну, все получилось. Я его 7 раз поймал. Льдом. И все. На том и сказ. Эх, почти. Ну. 35. Да, нормально. Сейчас заловим. Давай, 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 давай. Хорош. И комнатка открылась. Тут еще бут тусуется. Чего не открываешь? Ну так, чисто бабла, да. Я понял. Четвертый алмаз. Куда тут столько денег девать, я не знаю. Видимо, просто так. ...254, да вы серьезно? Блин, а может попробовать его морозить, а? Ну-ка давай, льдом тебе. Ну да. Точно так и должно быть. Не знаю.
Льдом, короче, вообще ему дамаг не наносишь. Все, убрала опять в коридор. Сейчас так и будем за ним носиться. Они жирные и успевают от тебя убегать. Стоять, блин. Ну пару хп снимать с каждого. Что-то такое себе вообще. Надо хоть бегать по одной траектории. Спасибо и на том. Полтинник, да, по-моему, у него остался. Ну так, 50 с чем-то. Если он сейчас опять свалит, короче, в этот ту комнату, которая закрыта, то все, она. Вот как? Как мне его поймать? Я не знаю, он там опять по-прежнему. Что-то я не посмотрел, сколько у него жизни осталось. Он тут. 50. Давай. Хорош. Попался. Наконец. Короче, будет теперь сложнее и сложнее ловить. 40-й. Еще 10. А нет, это 39-й только. Так, тут у нас все, да? Угу. Топаем вниз, в подвал, короче, там одна дверь открывалась. Короче, в подвале еще, по-моему, 3 или 4 двери, и одна здесь. По идее, все. Ну и таким образом мы типа на Марио выйдем. Короче, в среднем игра проходится где-то часов сколько? Ну, 8, 9, максимум 10. Так, надо вниз. Причем максимально вниз. Вот как-то же должен этот. Вот здесь он. Должны соединяться коридоры. Чтоб просто не носиться через этот, через весь особняк. Ну, оббегать долго, короче, тут фигня. Ну, на сегодня мы, наверное, последнюю комнату изучаем. Третьим стримом мы, короче, получается, уже дойдем до финала, до кондиции, доведем игру. Отсюда вот топим сюда. Ага, куча заново. Все? Не очень-то они хорошо пылесосят. Ну ладно, мне пройти хватит. Да? Тут, наверное, нет, все, не налетел. А, так, вторая дверь. Да-да-да. Все. Что это за чуваки? Ай-яй-яй-яй-яй.
меня двое поймали одновременно. Блин, еще мелочь. Еще мелочь дамажит. Жесткая комната. Отпустите вы все. Да, блин. Ай-яй-яй-яй. О. А мог бы сейчас двоих сразу поймать. О-о-о, вот так вот. Вот так вот самое то. Минус один, второй. Почти. Ай, жизни мало. Но можно с них выбить. Подожди, а как я сюда забираю? А, вон. Я даже локацию-то нормально не рассмотрел. Бей-ка сюда. Все. Где-то будет еще. 113. И до этого уже были целые числа. Он тут? Да, он тут. Еще один. А че по два-то? Давай, давай, давай. Ну попробуем его в коридоре найти, но они оба свалили. Причем тут мне их не достать. Они ушли не сюда даже. Ну и ладно. Смотрим тогда, что тут есть вообще. Что дает эта решетка? Ну как вариант, можно воду заморозить. Да? Так, ну, давай вот эту зеленую жижу попробуем для начала. Вроде нет. Так. Нет, слушай. Еще. Во-во-во, замораживается. Задвижечку какую-то перекрыл, значит. А там ключ. От второй, наверное, комнаты соседней. Так, давай-ка мы спылесосим сразу себе. Иди сюда. О. Вот вся загадка. Ну да, я же говорю, от соседней комнаты. Куда у нас все буи сваливали, короче. Ну, думаю, надо сходить сохраниться, да завершать стрим на сегодня. В принципе, можно по инверсии, да, наверное, пробежать тут. Вот здесь где-то сердца были. Да, вот. И бабло даже. Так, замечательно. Прям самое то. Сейчас мы сохраненку-то идти. Сейчас мы тодов найдем. Ближайший получается. Ближайший внизу получается.
Сейчас мы к малому, наверное, да, в комнату. Не сюда. Короче, к малому в комнату взять последние хилы, короче. Ну. Где малой-то? А. Все, малой наверху. Тот внизу. Как раз. Ну и получается, финальный стрим. Начнем уже с полным хп и ближайшим сохранением. Ну и к тому же понятно, куда идти. Оп. Ну да. Так, сюда. Так, сохраняемся. Да, говорит, спасибо, то, что включил нам свет. Ни херня. Ладно. Спасибо, ребят, за поддержку. Спасибо за, скажем так, комментарии и все остальное. Всем, кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте.